Более 300 семей могут остаться без жилья в Уральске из-за судебного спора строительной компании и местного консервного завода. Суд признал незаконными постановления акимата города об изменении целевого назначения земельного участка. Но дом уже построен, и люди в нем живут. Возмущенные жители сейчас отстаивают свои права. В филиале партии «Нур-Отан» прошла встреча представителей бизнесменов, жильцов и исполнительных и надзорных органов. Руководство местного консервного завода подало в суд на частного застройщика, утверждая, что он захватил территорию санитарно-защитной зоны. Постановление акимата об изменении целевого назначения участка было оспорено в судебном порядке. У него было архитектурно-планировочное задание всего на 2 подъезда, а он начал уже пристраивать это. И после этого судебная коллегия отменила этот суд первой инстанции, решение суда. Застройщики, естественно, заявили, что они не нарушали санитарно-защитную зону и не согласны с судебным решением. Для защиты своих интересов они обратились в Верховный суд. Санитарно-защитная зона не установлена до сих пор. Она должна официально устанавливаться. И этим должен заниматься, в первую очередь, этот вопрос должен поднимать ТОК Кублей перед госорганами. То есть они должны были обратиться, чтобы им установили санитарно-защитную зону. Либо 50 метров, либо 100 метров. А сейчас, на момент, по крайней мере, рассмотрения вот этих всех гражданских дел, СЗЗ не было установлено. Представители прокуратуры отметили, что никакого судебного решения о сносе дома нет, поэтому необходимо дождаться вердикта Верховного суда. Судебного решения о отмене регистрации, там, принудительном сносе этого здания, выселению жильцов, их права никак не могут и не должны нарушаться. То есть они будут также продолжать, при том, при всем, что ПДП отменен. Пока не будет иного какого-нибудь, если судебного решения, согласно которому уже они не смогут там проживать. Отметим, что в Уральске уже наблюдается дефицит мест для жилищного строительства, и каждый свободный участок на вес золота. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42.